Всем привет, ребята! Вы на канале Лиза Лайк. Сегодня мы снимаем обзор игры 12 пластилиновых ключей, 12 замков, пластилиновая комната. Парню надо попасть в одну комнату, но она закрыта замками, а мы будем разгадывать головоломки. Ну что, поехали? Да! Да. Итак, смотрите, значит, 12 замков. Тут какой-то парень, какой-то кот. Ну, нажимаем щелк. Это наша Яся. Так, привет, меня зовут Пластилиновый Чудик. Привет. Ой, что происходит в моем животике? Он что-то хочет мне сказать. А, кажется, мне нужно в туалет. Это была плохая идея запереть дверь на все замки. Он закрыл дверь на все замки и хочет в туалет. А ну-ка, что это? Фиолетовый замок, но он закрыт. Так, Лиза, с чего начнем? Как ему попасть в туалет? А то он сейчас пописывает под себя. Здесь? Ой, здесь какой-то код. Какой-то кодовый замок. Ой, это, наверное, надо расставить цифры по порядку. Как же здесь это лучше сделать? Так. Смотри на красную кнопку. Так. Делаем. Пока что не оно. Лиза, папа сейчас сделает. Ну, на самом деле, не так уж просто это сделать, ребята. Нет, это сюда. Вот. Видишь, 3. Так. Не так, папа! Лиза, дай папе сделать. Папа сложит, папа справится. Так, 4, потом идет 5. Потом идет 6. Все мы сделаем, мы сможем. 5, 6. Вот 6, 7 местами. Так, теперь надо 3 как-то вместо 10 поставить. Не сюда. Как же нам 3 вместо 10 поставить? Да не так, папа. Так, потом 5, 6, потом 7 бы как-то получить. 9, 10, 11, теперь надо 12 поставить. Вот, папа, ты не так, что я? Точно не так? Да, не так. Ну... Папа все сделает, Лиза. Так, 8, 9, 10, 11, папа, 12, 13. Смотри, у нас получилось, наконец-то. Мы смогли. Вот видишь, все-таки смог, папа. Так, какие-то ножницы, смотри, есть, мы получили. Надо порезать Мишку. Мишку? Подожди, я не вижу здесь Мишек. Да не здесь, не здесь. Мишку? Вот этого, что ли? Да. Вот так? Да, точно, розовый ключ. Так, что у нас еще? Открыть замочек первый розовый. Есть. Так, идем дальше. Что это у нас здесь? Что надо сделать? Надо перевернуть. Цвета радуги поставить? Да. Здесь? Красный, оранжевый. Да не так, папа! Оранжевый, желтый, зеленый. Подожди, подожди, а вдруг так? А вдруг так, Лиза? Не так. А вдруг так? Не так, папа. Ты уверена? Нет, не так. Так. Подожди. Ой, так. Надо, получается, на этот ключик, вот мы поставили цвета радуги в порядке, и теперь на него... О, есть, мы получили разноцветный ключ. Теперь мы можем открыть разноцветный замок. Есть, идем дальше. Теперь так. Селая надо открыть. Это Эйнштейн. Так, селая, это что у нас здесь? Селая я хочу открыть. Хорошо, здесь ничего... О, смотри, у нас здесь какой-то... Какое-то зубило какое-то. Чем его интересно открыть? Не знаю, ладно, потом будем открывать. Ты думаешь, это открывать? Нет, нет. Что-то другое. Может быть, этот ящик открывается? О, холодильник. Так, холодильник. Вот ключ синий. Синий ключ. На батарею надо положить. Есть. Мы получили синий ключ. Потом открываем. Здесь тумбочки закрыты, жестяные банки.
А, мы будем открывать жестяные банки, точно. Так, что-то не могу взять банку. Наверное, еще не время. Так, идем дальше. Здесь у нас тут ничего нет. А, вот у нас есть ключик для банки. Открываем банку. В банке ничего этой нет. А в этой? Тоже ничего нет. А в этой? Ничего. А в этой? Ничего. Да тут вообще пусто во всех баночках. Что? Осталась одна последняя баночка. О, здесь фиолетовый ключик. Забираем его. Есть. Хорошо. Еще ключик. Так, надо. Что связано с водой? Чашку, чашку. Подожди, подожди. Чашку. Вот воду мы включили. Чашку теперь. Подожди. Теперь чашку сейчас. Чашка, чашка, чашка. Вот она. Так, чашка. Вода. Чашка. Водичку наливаем и выливаем в сосуд. Чашкой выливаем в сосуд. Есть, мы получили золотой ключик. Воду закрыли, идем дальше. Так, здесь надо перенести эти три цвета на эту штучку. Так, значит, переносим. Нет, не сюда, не так, папа. Сюда, сюда, сюда. Лиза. Сюда, Андрей. Сейчас все сделаем, хорошо? А не сюда, папа, сюда. Сюда, сюда все, папа. Да не так, папа. Зеленый наверху не так. Красный сюда. Не так, папа. Так, да. Есть. Так, теперь красный ключ наш есть. Идем дальше. Значит... Что у нас здесь? Подушка. Под подушкой у нас код 9427. Это, наверное, для кода замка. 9427. Есть, хорошо. Есть один замочек. Кодовые вскрыли. Так. Дальше идем. Что у нас? Здесь ничего нет. Под зайцем ничего. Под чудиком нет. О, что здесь за... Это здесь надо сделать все кружочки зелеными. Ну, это попробую еще сделать. Это зеленый, папа. Это точно. О, есть. Так, есть еще один ключик наш. Тут ничего нет. Так, здесь... Теперь надо идти открывать дверь. Пианино и код. Значит, 1, 5, 3, 8. Короче, надо также нажимать на пианино. 1, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 8. 5. 2. Есть, ключик наш. Есть. А, дальше. Тут мы уже забрали. Здесь что-то есть. Так, это, наверное, еще код от кодового замка 8563. Так, где кодовый замок? 8563. Есть, хорошо, его сняли. Попробуем открыть красный, зеленый, фиолетовый, синий, золотой. Так, это какой? Так, я изучила, не знаю для чего. Так. А, теперь надо открыть. Так, подожди, мы сейчас пройдем, подожди, надо все открыть, посмотреть. Значит, вот здесь какие-то штучки. Так, тут пульт, пульт, включаем телек, ключик получаем, ничего нет. Так, значит, у нас теперь этот замок серый, и остается оранжевый замок, надо найти, что мы еще блендером не трогали. Блендер. Давай сюда поместим. Да не надо воду! Так, и запускаем блендер. Так, получаем ключ оранжевый. И открываем оранжевый ключ. Так, и у нас остается теперь досточка, которую мы взламываем зубилом.
Оп. Ну да. Что, ребята, мы прошли. Так, что теперь? Открываем дверь. А здесь унитаз. Вот мы открыли заветную дверь. Ну что ж, пользуемся. С двери еще долго раздавали странные звуки. Спасибо за то, что играл. Это заняло у тебя примерно 13 минут. Ребят, 13 минут, но вы должны понимать, что мы до этого смотрели. Ну, у нас были подсказки до этого. Мы знали, как что проходить. Если бы без подсказок, мы бы потратили очень много времени. Так, ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Заходите на канал Лиза Лайк, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчики. Всем пока-пока. Пока-пока. Ha ha.